выезжаем из Хардалана. Аля все, она так любит, но я часто снимаю вам. Эми, ее подружка, с которой они с детства дружат. Они играли, играли, и мне подруга говорит: слушай, говорит, Аля какая-то странная, говорит, обрати внимание, она как-то без энтузиазма играется. Потом пошла, села на диван, я говорю: Аля, что с тобой, что с тобой? И пока чай пили, как-то и тортик особо не хотелось ей. Я говорю: ну немножко, говорю, покушай. Чуть-чуть поела она и все. И мне вдруг подружка говорит, я говорю: слушай, может у нее температуру как-то это, потрогай, и вдруг видим, горит, принесла градусник, и бах, 38,6. Вот сейчас муж позвонил, быстренько я ему сообщила, позвонили в медиклаб. До этого тоже я не снимала, мы периодически обращались туда, в клинику. У нее были жалобы на животик, болел животик, но мы сделали УЗИ, и никаких вроде проблем не обнаружилось. Посмотрели ее, все нормально. Сказали, может быть, габарит у нее от воды переохладилось, такое тоже может быть из-за моря. А вот сейчас уже температуру дало. Не знаю, что с чем связано, сейчас будут проверять. В срочном порядке едем туда. Написали нам анализ крови и систему, скорее всего, сейчас будут ставить. Вот пока ждем. Я. Молодец. Марина, меня мама тебя снимает, потом покажем. Не бойся, солнышко. Хорошо. Давай, нам, на меня смотри. На маму или? Мама. Все. Мама. Сейчас анализ крови должен выйти, мы ждем. Нам сейчас от температуры систему поставят. Нет, температуру систему поставите. Не знаю, солнышко. Ножки вперед сделай, Зая. Тетя сказала, надо витамишки сделать. А зачем ты плачешь? У тебя уже вазофикс стоит. Тебе вот эту дырочку откроет и поставит. Сказали, нам надо лечь на стационар. Но мы ждем пока ответы анализов. Сказали, если ответы анализов не такие опасные, ничего такого нету серьезного, то по состоянию будем смотреть. Тогда нет необходимости ложиться в стационар на несколько дней. Надеюсь, не придется. Покажи, с пальчика тоже, да, взяли тебе? Больно, да, было? Нет, уже все, пальчик уже трогать не буду. Только вот это открутит и поставит тебе. Все. Ничего, малышка, горишь, да, ты, кипяток. А если в таком состоянии опять буду, пойдем опять? Нет, нет, лекарство напишет, все пройдет, не бойся. Все, идешь? Систему тебе поставили, не больно, да, я же тебе говорила, от температуры, чтобы температуры не было. Нас разместили в стационар, сказали, обязательно ребенка надо в стационар положить. А мы в больнице. Да, вот нас накормили сейчас, дали детям супчик, соус мне дали. Да, молодец. И Мина пришлось оставить со мной, потому что... Он без меня не поест, капризничать будет. В общем, я легла с двумя детьми в стационар. Сначала прокапали нам систему, а потом сказали, анализы проверили и сказали, что у Альки стрептококк. Стрептококк это взяли из горла у нее. Анализ. И вот положили, будут лечить антибиотиками. Сейчас еще одну систему поставят. Мы покушали, хотя бы она кушает. Хорошо, что немножко покушала. И сейчас придут, поставят нам еще одну систему. Ну, температура спала. Была температура высокая, 38,6. Нет, систему. Бабочка у тебя уже есть, буду туда систему. Потом я вам попозже сейчас... Уйдет врач, там
ждем. Я потом уже сниму вам палату. Доктора ждем. Хорошо, здесь есть телевизор. Вот. Да, вот такой широкий подоконник. Можно сидеть, смотреть в окошко. За окошком цветы. Это детская палата у нас. Здесь телевизор. Самое главное, мультики, все каналы. Чай нам принесли горячий. Сейчас я выпью термос. Здесь сахар обычный. Здесь песок сахарный. Там печеньки. И водичка обязательно. Ну вот. Детям также Альки Атривин. Ушки тоже у нее воспалены. И спрей Лорабен. Мы быстренько все покушали. Алька, правда, не хотела. Я ее заставила. Кроватку маме вот здесь поставит. Вот здесь поставит раскладушку. Вот пока никого нету, я вам сниму. Вот здесь. Хорошо. Нет, ты будешь с детской кроватки. Здесь шкафчик. Сейчас мне муж с братом поехали за вещами. Сейчас одежду всю привезут. Здесь тоже шкаф большой. С одеждой. Он закрыт почему-то, не знаю. Надо сказать. Здесь уборная. Как раз мне надо в уборную. Тихо сидите, хорошо? Вот. Чистенько все, аккуратно. Все, даже детский стульчик. Все для детишек. Искупать их, ванночки. Вот. Очень чистая и аккуратная палата. Альке поставили еще одну систему. Сейчас едет брат с Рашадом, привезут вещи мне. И мы уже будем ложиться спать. Выздоровит. Имин, конечно, только приехали, еще не прошел час, уже раз 10 сказал, когда мы поедем домой. Когда же выздоровит Алечка? Моя хорошая, как ты себя чувствуешь, зайка? Вот она вообще бедненькая. Лежит, температурка у нее. Ой, солнышко, да? Горишь, да, зая? Ничего, пройдет все, моя малышка, пройдет. В общем, сейчас уже будем ложиться спать.